Поработать для красоты. Жители, сотрудники администрации округа, учащиеся школ, волонтеры, представители общественных организаций приехали сюда, чтобы в Центральном парке культуры и отдыха, этом удивительно красивом месте, убрать мусор и прошлогоднюю листву. Сегодня приводим в порядок наш парк, убираем от листвы, убираем от какого-то мусора. И сегодня с нами принимают участие как жители, как сотрудники образования, культуры, спорта, администрации и даже Главное управление содержания территории Московской области сегодня находится здесь вместе с нами. Потому что, как правильно говорят, ведь парки – это легкие нашего города. В Щелково несколько точек, которые проводят субботники, такие массовые, с привлечением большого количества людей. Ну, соответственно, мы выбрали самое красивое место в Щелково, где и посмотреть, и природа, и, скажем так, локация красивая. Ну и все равно сделать как бы доброе дело, хорошее. Собрать и какой-то мусор, и после этого субботника, по идее, в парке останется только гулять и наслаждаться жизнью. Субботники в парках – дело полезное во всех отношениях. И для природы, которая всегда благодарно отзывается на заботу о ней. И для людей, участвующих в добрых делах. Я коренной щелковец, для меня это место тоже не имеет значения. В детстве здесь гуляли с родителями, потом там с друзьями. Всегда и сейчас очень приятно видеть, что парк преображается по сравнению с тем, что там было в 90-е годы. Вот, и поэтому внести свой вклад как бы в такое место, это для меня какой-то такой немного даже личный момент. А что у вас за организация? Дирекция парков. Я вижу, что вы тут вообще уже энный мешок загрузили. Да. Ну вот, парк становится, на ваш взгляд, лучше? Конечно, становится. Мы прикладываем все усилия для этого, как сотрудники учреждения, которые занимаются именно и этим парком, и детским городком. Плюс у нас еще три территории – Монино, Протасово, Богослово. В парке в этот день высадили новые деревца. Здесь убрали ценный мусор, посадили деревья новые в парке, потому что у нас как бы парк сейчас преображается, идет реконструкция. Приводим в порядок территорию. В этот день на субботнике в Центральном парке культуры и отдыха было собрано более 40 мешков с мусором и с прошлогодней листвой. Новые деревца здесь будут продолжать высаживать и дальше. Андрей Цеходович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.